Почта – это не только ценные посылки. Это одна, две и даже больше всевозможных консерв. И не только консерв. Зашли мы сегодня на почту отправлять посылочку и смотрим, в продаже продается вот такая тушеночка по ГОСТу. Свинина и говядина. Подкупила, что она по ГОСТу, большая банка, и стоит всего 160 рублей. То есть вот за две банки я заплатил 320 рублей. Ну, давайте какую-нибудь попробуем. Свинину, говядину, говядину, свинину. Давайте начнем со свинины. Итак, что мы видим? ГОСТ, новый стандарт, свинина тушеная, высший сорт. Состав: свинина, лук, соль, лист лавровый, черный перец. Состав шикарнейший. Изготовитель — город Калининград, Балтпроммясо. Массовая доля мяса и жира в продукте не менее 59%. Вот такая вот интересная у нас баночка. Ну, давайте откроем, посмотрим, как она выглядит внутри. Замечательная открывашка из Икеи. Итак, видим совсем немного жирка. Я думал, что будет больше. Бульон достаточно жидкий, ну, это не очень хорошо. Давайте взвесим, сколько здесь мяса. Итак, давайте переложим мясо и посмотрим. Это у нас бульон. Итак, всего 258 грамм. Согласитесь, это совсем немного. Банка 525, тут 258. До 60, сколько там нам обещали, 60 с чем-то процентов, не дотягивает. 59%, почти 60, не дотягивает. Здесь у нас даже меньше половины. Если убрать жир, вот, то чистого мяса получается 219 грамм. Видим, это действительно у нас мясо. Это не фарш. Ну, такие обрезки, но, тем не менее, куски. Кусковое мяско. Ну, давайте попробуем. Ну да, так как оно плавало у нас в этом бульончике, оно все такое жидкое. То есть, как мясо, в общем-то, и не ощущается. А по вкусу многовато соли, и как-то вкус не сбалансирован. Она неплохая. Бывает намного хуже отвратительная. Она не отвратительная. Ну и назвать ее прям такой вот вкусной, ну, я не могу. Со вкусом надо все-таки что-то делать. Ну ладно, это было мое мнение. А теперь давайте посмотрим мнение наших главных дегустаторов. Итак, наши главные дегустаторы в сборе и готовы попробовать, да? Готовы? Да. Нашу тушеночку. Ну, давайте, пробуйте. Вкусно. Такое мясо где-то пробовал. Угу. Помню. И филе такое еще. Не, мы такое еще не пробовали. Мы пробовали похожее. Угу. Но не такое. Вкус похожий. Похожий, конечно, вкус. Ну, вообще, тушенка редко когда бывает действительно такая запоминающаяся. И это не этот случай. Это вот, допустим, тушенки Микоян. Да, там, конечно, бомба. Либо белорусские. Но эту тушенку можно покупать за 160 рублей. Вполне можно брать. Но это не Микоян. Можно покупать? Угу. Можно. Понравилось? Да. Хорошо. Ну, на этом все. Будем мы сейчас ее разогревать, обедать. А сейчас мы будем с вами прощаться. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Подписываемся на канал. Пока-пока. Пока. И победа будет за нами. Ура! Вот так. Всем пока. Забыл сказать, что лаврового листа тут также нету. Вон в банке тоже смотрим. Нету. На лавровом листе они точно так же сэкономили. Так что, ну, на высший сорт это совершенно не тянет, но на свои 160 рублей, в принципе, пойдет. Покупать можно, но это совершенно не высший сорт. На этом все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся.